Сотрудники госавтоинспекции по Амурскому району заступили в цветочный патруль. Накануне Международного женского дня правоохранители вместо привычного требования предъявить документы говорили автолюбительницам комплименты, дарили цветы и открытки. Создавать весеннее настроение на улицах края в преддверии Международного женского дня для инспекторов ДПС совместно с участниками добровольной народной дружины уже стало доброй традицией. Однако каждый раз для участниц акции она становится приятной неожиданностью. Ну, неожиданно. В прошлом году я получила штраф 8 марта за фары. А в этом году цветы. Приятно. Очень приятно. Спасибо большое, прям реально приятно, неожиданно. Цель мероприятия – это не только поздравить женщин с праздником весны, но и привлечь внимание общественности к проблеме безопасности дорожного движения, необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также заботе и уважительном отношении к другим участникам движения. Женщины-водители были очень рады и удивлены, ведь инспекторы ГИБДД не просили предоставлять документы, а вместо этого поздравляли и дарили цветы. Главная задача мероприятия была достигнута. Представительницы прекрасного пола получили позитивные эмоции в этот предпраздничный весенний день. Евгения Дудко, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.